Всем здорово! Продолжаем код Вероника прохождение. И мы подлечились, короче. Прошлая серия была, короче, жесткая. Вот. Ходили на грани, просто на грани. Вот, теперь нам предстоит вернуться обратно. Выйти на улицу, короче. Я так полагаю, мы оттуда попадем. Оттуда попадем в дом Ашфордов. Первый дом. Первый замок Ашфордов, короче. Эшвардов. Так правильно будет. Вот. Но через улицу надо будет как-то проходить, не знаю. Блин, надо было с собой, наверное, птичку взять. Ну ладно, хер с ним. Попробуем пробежать. Вот. Попробуем пробежать. Либо тупо убить, короче, этих охотников. Вот. Там они на улице блуждают, гуляют, выжидают очередной жертву. А из жертв у нас тут только кто? Трис и Альберт. Ну, Альберта, я думаю, они не трогают, хотя хрен знает. Может, они на него тоже нападают. Основная цель у них Крис, наверное. В принципе, Альберт же тоже, он под Т-вирусом, короче. Поэтому, я думаю, они своих не трогают. Так, я думаю, либо мы пойдем в замок Эшвардов, короче, либо мы попадем... Ну, у нас получится пройти тут только... Так, погоди, я правильно пошел? Да. Либо нам будет открыт путь только в аэропорт, короче, где мы ставили вот эти штукенцы, там медальончики, их забрать. Либо и там, либо и туда, и туда. Короче, не будем гадать, сейчас мы посмотрим. Куда нас приведет эта дорога. Вот. Здесь отлично, здесь хоть немножко зачистили все. Более спокойно. Так. Сейчас посмотрим. Я видел там одного охотника, но я так полагаю, то что ну, площадь там большая, поэтому я думаю, здесь будет их два. Давайте попробуем замочить. Тварь! Нет! Ну что ты? Падла. Фу! Нахерачил, и мне теперь плохо. Патроны. Дробовика еще взяли. Жесть какая-то. Вот как с ними бороться? Они прыгают как угорелые, короче, как бараны. Дайте мне хотя бы, не знаю, травку, что ли. Что-то блокирую с другой стороны, не могу открыть. Танк там стоит, что там, что-то. Так, окей, нет. Ага, а здесь у нас заблокирован, кто-то долго ломал это, долго и упорно, блин, ломал это, плотно закрыто, не могу открыть. Оказывается, нам надо ехать вот сюда. Херушки, обрадовались, блин. Типа мы там попадем в дом Ашфордов, хер. Собачий, просто. Сейчас мы попадем, короче, в аэропорт. Вот куда мы сейчас попадем. Так, что это? Это прибор контролирует состояние воздуха. Да? Здесь нет у нас ни аптечек, ни черта нет. Здесь, кстати, сохранка. О, смотри, ящик. Ну что, воспользуйся моментом и зажжем очередную аптечку.
часть. Играю как нуб просто. Сохраняться не будем. Ладно, надо было аптечку еще одну взять. Ну ладно. Тварь. Готов. Три выстрела. Он один здесь? Ну, вроде топота больше не слышу. Блин, чё их так много-то здесь, а? Полностью заблокирован грузом. Машина не работает. Заметили? Ни одной просто аптечки. Ни одной. Может реально, если бы я за Клэр здесь не собирал аптечки, то может они здесь были бы? Но кто же знал-то? Кто же знал? А, здесь мост, короче. Да, лифт моста остановился наверху. Ясно, я понял. Но они хоть радуют то, что они хоть не респанятся. Было бы вообще жесть, если бы они респанились. Кончилась энергия. Знаете, я вот прям вот 100% уверен, на мосту сейчас будет эти охотники. Вот я уверен. Так, есть рычаг. Пусти рычаг. Нет, пока не будем опускать рычаг. А, нет, смотри. Никого нет. Слава богу. Так, что у нас тут? Дверь сломана. Здесь на зомбари. Угу. Три штуки. Три штуки. Так, окей, прибор контролирует давление масла на масте. Автоконтроль не в порядке, надо управлять вручную. Да ладно. Работайте и прочти. Ручная работа. 10 литров топлива используют 3 цилиндра. Должен поддерживаться стандарт топлива. Если топлива меньше, чем 7 литров, прибор не активизируется. Осторожно. Окей. Смотри, один сломан. Работать. Так, один сломан. Надо, короче... Сколько он сломан? Меньше, чем... Так. Это больше уже, да? Больше десятки. Надо, короче, вот до шкалы набрать. Окей, давай, смотри. 5. Перебор. Перебор. Окей. Так, окей. Давай. 3. Три это 6 сейчас будет. Погоди. 3. Здесь больше уже 7 получится опять. Так, погоди, здесь больше 5 уже, да? Получается, да. Так, 5. 5. Больше, да? На чуть-чуть.
На чуть-чуть больше. Давай еще раз 5. 3. Опять больше. Так, вот, оставляем чуть-чуть, да? Давай 5. И, наверное, вот это. Ах, ты чуть-чуть не хватило, ты перный театр. Жесть какая-то. Так. Сейчас опять больше будет. Ой. Как же это сделать? 3. Еще 3. Еще 3. Вот так, погоди. Сейчас должно все получиться. Погнали. Вот так. О, отлично. Все, ништяк. Все получилось. О, зомби встали. Зомби встали, там смотри. Блин, ради патронов для дробовика надо их уничтожить, этих зомбарей. Да что ты? Подходи ближе. Так, один патрон дробовика истратили, и 7 взяли, да? Получается. Окей. Запустили машинку. Теперь можно опускать мост. Так. Сейчас мы должны, короче, взять будем эти медальки. По идее. Если их не разбросало опять кругом по территории. Но в любом случае мы отсюда сможем сейчас попасть в дом Ашвуда. В любом случае. У нас тут есть один лидер. Твою мать! Какого хера ты? Хера? Нагнулся такой, я в него не могу попасть. Умный. Нашелся, блин. Так, ладно. Блин, зомби. Тратиться. Вот реально не хочу на них тратиться. Хера, смотри, какие у меня глаза. А, не в этих, в очках каких-то. Да, да, не, а не в этих. В очках ночного видения. Блин, еще один здесь. Твою мать!
Как так-то? Почему от дробовика он не отлетает? А, в этих ящиках сидели, наверное, пусто, смотри, видишь, да? Пусто, пусто. Один, значит, там блуждал, один здесь блуждал. Так, этот прибор поставляет питание лифту. Вот они. Вот они, три штуки, короче, и... Все отлично. Все забираем. Все отлично. Так, зомбарина надо бежать. Погоди. Блин. Да я мимо вас. Отлично. Отлично. Люк закрыт. Кто-то пользовался подлодкой. А, да ладно. Возвращаться надо так. Значит, не судьба нам попасть в этот, в дом Ашфорда. Не судьба. 5 часов через амбари. Один. Давай. Отлично. Так, тут охотника не должно быть, я его убил. Все четко. Так, и обратно сейчас лифт надо, ой, мост надо поднимать. А, нет, я вру. Не надо ничего поднимать, короче. Вот здесь сейчас проедем. Просто. Так, ну теперь тогда нам надо что нам надо? Теперь нам надо возвращаться. Штукенции, куда надо ставить вот эти вот медальки. Находится она, где игрушка Вескер, где охотник уже ходит. Мы же попали сюда, наверное, на лазер. Там ходит охотник. Ты видал? А чё они такие разноцветные-то стали? Какого хера? Отравлен? В смысле? Вот это прикол. Фига себе, да. Я аж дар речи потерял. Херли делать, надо обратно бежать с этой, за синей аптечкой. Твою мать, а! Хера они такие! Ты видал? Это как? Только не сдохни, пока едешь. Вот этот прикол. Вот этого я никак не ждал. Нормально так. Где у нас синяя? В смысле, а чё у нас? У нас ничего нет бы? Было до хера всего, слышь.
Так, вот она синяя. И, наверное, вот эту возьмем с собой. Хера так. Плохо. Блин, столько аптечек сейчас потрачу. Не есть хорошо. Так, тогда давай здесь сохранимся. К чертовой матери. Если нас убьют, начнем отсюда. Вот. И, наверное, заберем с собой ленту. Сейчас я их прикончу. Хотя, слушай, нам сюда больше возвращаться не надо. Давайте попробуем пробежать. Блин. Очень сложно. Это очень сложно. Беги! Падла! Да что ты? Дверь, ну! Твою мать, а! Бегает вокруг двери, как дебил. Да ладно, они хоть меня не траванули. Аллилуйя. Конечно, жестоко. Очень жестоко, блин. Я вообще, я даже не подозревал, что охотники будут таким мутированными. И травят. Да, много, да, охотников здесь. Так, погоди, сюда. Так, и комната у нас находится, по-моему, на среднем этаже, да? Вроде как. Не разгуляешься. Так, на среднем этаже 1Э. Здесь сейчас будет, по идее, должен быть обычный охотник. Ну, если они все мутировали уже. Нахер. Сдох, падла. Смотри, какой он. Когда-нибудь видели охотника крупным планом? Да, такой? Окей. Неплохая, неплохая такая картинка, да? Неплохой такой ракурс. Так, окей. Сюда надо ставить. Так, минус один лазер. Второй лазер. В принципе, смотри, тут такой лазер, да, вот можно руку, короче, просунуть и не задеть. Руку просунуть, блин, я попробовал, не знаю, на месте Криса я попробовал сунуть руку, короче, и между лазерами. Расстояние-то большое. Так, отлично, и потайной ход открылся. У нас тут потайной ход. Вот аптечка еще. Наконец-то. Одна всего. Так, патроны для ружья. Две пачки. Две пачки. Так. Что, попробовать сохраниться или не надо?
спуститься. Давай. Рискнем, блин. Хотя надо было. Надо было, блин. Что ж там такое? Ёбаные пауки. Они, падлы, живучие, блин! Все, пипец. Пошел нахер. Оп. Бери. Еще что-то лежит. Бежим. Так, 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 так. Еще ниже спускаемся. А, мы, наверное, за этой, за гербом спускаемся. Видал, сколько птичек? Не к добру. Не к добру это, блин. Блин, я столько патронов стратил на этого упыря. Надо было просто бежать, а? Комбинируем. Это тоже скомбинируем. Одну. Посмотрим, можно скомбинировать. Окей. А, о-о-о, видал? Амеба вылезла. Как ее мочить, я хер знает. О, смотри, патроны для пистолета. Ща мы из пистолетика. Захерачим. Здесь есть еще патроны для пистолета. Не зря, кстати, эти. Аптечки были. Давай, нет, пистолет. А лучше всего надо было взять... Ну, блин, кто ж знал? Так-то лучше всего взять можно было этот... гранатометы просто. Долбить. С гранатомета по ней. Так. Ты сможешь подплыть ближе? По-моему, ей похер, нет? Мне кажется, что я по ней не попадаю. Где там амеба? Или я попадаю по ней, нет? Если по ней попадаю... Да блин, что ты ныряешь-то от меня, падла? Сыт, что ли? Куда страшно. Не, что-то мне так кажется, что... бесполезно стрелять. Хотя наводит на нее. Так, патроны кончились. Я не знаю, попробовать один раз ружья выстрелить. Если нет, то, блин, просто нырнуть за этим. О, ни хрена ее так припечатала. Походу это. Попасть можно по ней. Ну-ка сюда иди.
падла. Как их называют? Амфибия, да, ее называют? Она боится. Видишь, она боится, она сыт. Поняла, что у меня ружье. Да остановись ты, ну что ты там блуждаешь-то, а? Ах ты, промазал. Падла, из-за тебя я, короче, патроны стратил мимо. А подплывет он? А если стоять на месте, она сюда подплывет? Пойдешь ко мне, а? Чует, где дробью пахнет. Получи. Как тебе такое? Ее, в принципе, смотри, ее можно не убивать, а можно туда спрыгнуть, короче. Забрать. Давай. Забрать, короче, этот герб. И убежать оттуда. Жизнь потрачу, зато патроны сэкономлю. Ой, я не знаю. Не знаю, что делать. Подплывешь, нет? Знаешь, так прям в середине, да, лежит этот герб. Ну давай, ползай. Она, вам не кажется, что она медленно, да, стала плавать? Ну, почему-то кажется, что она стала медленно ползать. А, фигу, что он, смотри, как ныряет. Муляет. Как говорится, на живца лови, на живца! Давайте два просто. Что-то с патронами как дела обстоят. Блин, 9 патронов осталось. Все, сдохло. Все-таки можно убить это говно. Ну ладно, патроны истратили. Жизни сэкономили. Окей. Посмотрим, что там. Тарелка орла. Герб семьи Ашкварц. Орел держит золотую алебарду. Индиго-синяя порция нужна для спецсплава. Короче, нам надо расплавить вот этот вот херотень всю и взять алебарду. Так, и у нас что у нас? У нас ни хера нет. У нас 7 патронов в ружье. Сейчас все потратим, останется брать, короче, гранатомет клоровский. Идти, гасить всех гранатометом. Да пошел в жопу, блин! Кусок ты. Недоделанный. Таракана, блин. Обнялся тут. Ну, хоть не траванул, отлично. Так, ну что, сохраняемся-то, да? Давайте, сохраняемся. И на этом я буду заканчивать, друзья. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Не забываем писать комментарии. Обязательно напишите в комментариях, как вы убивали эту амебу, короче, как вы ее проходили. Как лучше надо было сделать. Вот. Будет интересно почитать. Ну и я с вами прощаюсь. С вами был Валерий. Всем пока.